Всем привет, дорогие друзья, с вами Яксенас, это дополнение к гайду на Дазл. Те, кто не видели гайд на Дазл, вот там подсказочка и по ссылке в описании вы также можете посмотреть этот прекрасный гайд. Что ж, напоминаю, что такое дополнение. Дополнение — это какая-то особенная дополнительная каточка к гайду. Она веселая будет и, конечно же, интересная. Конкретно сегодня у нас сегодня Керри Дазл. Мы продолжаем эту тему. В видосике у нас в гайде конкретно был уже Керри Дазл, но... В этом видосике мы продолжим и немного дополним, так сказать. Ну, дополнение, оно есть дополнение. Надеюсь, каточка выйдет интересно и очень жестко. Баним Акса по дефолту. Надеюсь, никто Дазла не забанит. Ну, кто банит Дазла? Понимаю, инвокера забанит. Ну, Дазла. Дазл-то это даже неинтересный, не сильный герой. Конечно. Поехали, ребят. О, меня еще на первый слот закинули. О, так я вообще мид! Напоминаю, ребят, так не собирайтесь, как собираюсь я. Я в гайде так говорил, что не нужно так собираться, и вам рекомендую так не собираться, потому что, ну, я могу себе позволить, потому что, не потому что я там какой-то оверсильный или тому подобное, то есть, ну, потому что просто у меня такой контент на канале, а вам-то зачем, вы-то контент не делаете. Вот если вы с друзьями в пятером играете, да, по кайфу вообще, просто чтобы не руинить своим союзникам, делайте именно это с друзьями, вот эту тему, ребят, ну, и на этом как бы все. Все, пожелаю всем приятного просмотра, и мы начинаем. Что ж, пошел у нас драфтик, ребятки. Берут у нас там иншолкера. Мы тут задушим. О, Лину берут. Много фастового урона будет. Надо будет крест фулл хп кидать себе. Ох, жестко. Панзер. Панзер. Кто помнит? Гитхери фаст. Панзер. Нутер туз. Тук туз. And professional туз. Понимаю. Никто не понял сейчас, что я сказал. Да ладно. О, взяли по тму. Если по тму ВС меня берутся, это конечная. Это конечная. Наверное, через дагер пойдем здесь. Если в гайде у нас билд был такой атак спид жесткий, так я просто тук-тук-тук-тук накидывал, то тут нужно будет сделать дезоль. Через дезоль, да, у меня была стопроцентная страта сыграть через дезоль. Именно конкретно дезолятор нам нужно было собрать. Тут будет дезоль 100%. Дезоль 100%. Но с дезолем надо будет делать тараску. Наверное, дезоль, тараска. Что у нас еще? Ну, можно будет также молнию собрать, в принципе. Но дезоль вторым артом будет. И, наверное, сделаю дагер все-таки. Если в прошлой катке у нас был лотар, все было в скорость атаки, то в этой катке у нас будет много урона, но будет небольшая... небольшая. Я в Керри выйду. Не переживайте. Только не для видео. Вот так сразу напишем. Если катка хорошая будет, пойдет. Так, ну что, погнали. Нулик берем. И погнали. Раз, два. Хорошо. Погнали, нулик взяли, побежали. Первый качаем, конечно же, первый будет в макс. Постараюсь инвокера заовнить на миду. На миду, по идее, ему будет очень-очень страшно. Я так думаю. Если ему не будут помогать... О, Войда с руки убивать. Ну, такого Дазла я еще не видел. Прикиньте, Дазл с Абиссалом врывается в Войда просто и за станы убивает его. При этом нужно будет сначала прыгнуть, кинуть первый желательно, кинуть ему Абиссал сразу же. Это очень быстро надо будет сделать. 2 секунды обисала, а потом еще секунда. Ну, 3 секунды стан. За 3 секунды стана я не убиваю все равно. Посмотрим. Посмотрим, интересная тема. Ладно, не суть. Есик у нас есть еще, да? Ну, по-моему, жестко будет катка. Ну, на самом деле, контрпик на меня жесткий есть. Санстрайк, дисмембер санстрайк, стан санстрайк и купол санстрайк очень-очень неприятно будет. Но постараемся заовнить инвокера. Да, я думаю, заовним. Ребята не знают, как Дазл может душить. Они думают, что Дазл такой безобидный, а Вейвей можно продамажить на фул лицо. Вообще просто в уничтожение сыграть. Так что вот такая вот тема. Так, на топе нападение браконьеров. Смотрите, браконьеры напали. Так, ну-ка, Тини. Будем проверять самую быструю руку у тебя или у меня? Но я хочу проверить у себя руку эту быструю. Так, опа! Самая быстрая рука на диком западе. Смотри, что делают браконьеры. Ах вы. Я иду помогать, иду помогать. Я совсем забыл, что надо ребятам помогать еще. Надо ребяткам помогать. А то я как Криса. Пойдет. Стичок, наверное, сразу возьмем тут. Иншолкер в миду, да? Сразу можно иншолкера поддушить.
Или нет? Оп. Оп. Хорош, две тычки дали, отходим. И они не слишком плотные пока что. И главное перекоесить его тут, в принципе, и все. Перекоесить его тут и все. Оп, хорош. На третьем левеле яд посильнее будет душить. Мне нравится у Дазла хорошие тычки. В центре принес сразу, да? Я сюда буду драться. Эх, не продамажил, прикиньте. Опа. Прикиньте. Я лоханулся, что третий мне продамажил его. Так бы уже ФБшечка была бы. Давай драться. Хорош. Я понял тебя. Но нормально, хп слили ему. Хорошо. Все, он не фармит, сейчас будем ставить фармить спокойненько. А можно меня не бить, пожалуйста? На дедушке. А я ФБшку свою два раза уже прогулял. Хилочка пришла ему. Какой умненький на инвокере у нас парень играет. Хорош. Главное, чтобы роумеры не пришли. Я тут так усердно потею над ним. Вот этим пацаном. А что мне... Что мне сбило хил? Серьезно? Жесть. Мне что-то сбило хил. Я не понял, что. Но я же, блин, после тычек хил закинул. Ладно. Жесть. Такой бред. Я тупо все на расходники трачу. Еще и подмаз ДД идет. Блин, такой бред. Я же хил нажал. Господи. Что за дудос? Я же хил нажал. Ладно. После тычек. Очень плохо, ребят. Я в дерьме. Я в дерьме. Инвокера два раза не убил. Мог забрать его. Он изи, он не знает, как дазл работает, но просто не повезло, не достал там АОЕшка, хотя АОЕшка хорошая. Странная тема на самом деле. Опа, ару прилетел. На пятом левеле попробуем еще раз его забрать. Блин, так обидненько на самом деле, ребят, что вот не забрала его сразу. Это First Blood, это плюс сапог и дальше дальнейший овныч пошел бы. Изи. Сапожок гол. Хорош. Патмани ушла, да, она стоит тут, по идее. Расчекаем все равно, как бы... А, вон она. Все, вижу. Вижу. Да, понимаю. Понимаю, пацанов. Хочется выиграть, ребят. Понимаю. Пушат. На рунку сходим. Ну, на топе кто? Пуш. А, пуш на топе фармит просто. Хорошо. Руну забрали. Возможно, это... Я нанизу рун не смотрел. Возможно, какая-то активка. Инвиз, возможно. Я без варда стою. Он мне вард сразу снял. Вард сразу снял. Надо взять опс. И душить. Опс есть, даст и взять. Хорошо. Даст и. Давайте минус армор возьмем. Попробуем его забрать где-то на седьмом левеле. С минус армором. Поддушить чуть ядом. ХП ему немножко сольем. ХП чуть-чуть сольем ему. И можно будет сейчас убить его. Даже сейчас можно попробовать его убить.
целом. Хорош. Хорош. Застанется. Оп-оп-оп-оп. Все, нормально. Ну, вернул я немного преимущества. Но тем не менее, ребят. Тем не менее. Там, возможно, вообще МХ. На Эндвокере. Он сразу санстрайк давать не будет. Давайте вот так в сторону уйдем. Если вот, вот сюда я уйду, типа, и санстрайком он попадет, типа, это овертрэшово будет. Давайте хилку возьмем, я боюсь, что там челмоб-хакер. Есть у меня такие подозрения. Хорошо, возвращаемся. Оп. Блейды берем. Нормально он сфидил, кстати. Нормально. Хорошо. Гоу. Продолжаем. Мид овнить. Мид надо заовнить. Гоу, Пуджа на руне встретим. Я его убью. У него сулринг пусть спустится. Интересно, есть вижен какой-нибудь? Хорош. Соло. Опа. Так, берем хил. С хилочками. Жалко, что я на него ульт слил только. Я думаю, без ульты бы убивал. Но там все равно эти два армора минусом. Они тоже решают. Он мог засуицидиться. Тоже. Так, если по большому счету. Он мог засуицидиться. Но получается нет. Так, хорошо. Пока стоим уверенно. Медалька бы вообще сделать. Было бы годно. Кто еще тпшится? Отма. Промах, да ладно, сейчас останется. Хорош. Но можно даже на вставочку душить. Отлично. Отлично. Чармлет, некстом. Go armor. Вот так вот сделаем. Блин, тяжелое начало, но камбудское. Камбудское. Хороший даблкил. Poison touch, прям лютая вещь. 10 секунд длительности, 7 секунд КД. Ну, 10 секунд длительности, 7 секунд яда, ребят. Насколько помните, в гайде же все рассказывал. Минус армор люто помогает душить. Просто кидаете ультимейт. Все получается. Все, есть. Отлично. Что там по керри воет, да? Арморчик. Имеется у нас. Оп. Сейчас чуть подрегенимся. Стики хорошо, что видно. Главное, ребят, когда стоите ВС инвока, какой бы инвокер ни был, стики берете и видите, что он кастует, что он не кастует. И делаете неадекватные мувы. То есть, вот я как бы, да, когда его первый раз убивал, я смотрел на стики. Опа, 3-4 стика. Я такой, все, надо отсюда убегать. И вот сюда санстрайка метеор залетела. Поэтому, ребят, надо как-то думать головкой своей. Ну, давайте на разминку кинем ему. Хорошо. На разминку пацану закинули. Хорош. Что там у инвокера? ХПшки имеются. А, он санстрайки накидывал. Криса. Хил у меня уже есть, да? Сейчас будет хил в макс. Хорошо. Давайте отойдем на руну. Посмотрим, что на руне. Просто опасно без варда. О, монета. Ну, пойдет. Пойдет все равно. Ребята там убегают. Опасно, конечно. Но я не думаю, что они тут тоже варды есть. Я с поезда убью.
Любого, в принципе. Успеваю. Жалко, что не успеваю. Ладно, отклонились от цели, ребят. Надо выфармить. Инвокера нужно перефармить. Я его, в принципе, сейчас перефармил за счет дабла. Ну, все равно. Нужно его убить еще разочек. До армлета. До армлета его надо убить. Просто подзадрочить. Он не будет... он не будет знать, насколько сильно поизом дамажит его. Он не знает урона. А я знаю. И этим я вооружен. Поэтому смотрите гайды. Он не будет знать, сколько урона я нанесу ему с поизона. Под минус арморами, под плюс арморами. Шестой левел. Ой, это плохо. Это плохо. Берем ультимейт вейва. Хорош. Почти есть армлет, но пуш на миду. Нет, уже отошел, да? Плохо, что не достал я. Тычку еще дать ему. Хорошо, есть армлет. Айди ТП-шку возьмем. Хорошо. Кто даблкил? Лина? Это крыса чисто. На Лине. Даггер next там, ребят. И надо команде чуть помочь. Команде чуть помочь. Next там даггер. Я тычку дам тебе. Это куча. Хорош. Докер бедный страдает. Кто сюда? Лина. Умрет, по идее. Лоп. Только дэмэдж он не думал, что там. Тут пуч, по идее, еще будет сейчас. О, пуч. Кого поможем? Давай, товарищи, ТП-шься. Жесть, какое долгое ТП. А он прилетел только что. Вот тогда на базу сходим. Стики ап. Вообще, можно желательно дезоль сейчас сделать. Там без армора все. Потма без армора, вокер без армора. Давайте тэпу еще одну. Вообще варды бы, ребят, просто маты снова. Ну, вокер не подставляется, в принципе. Это плохо. Вейл. Вейл, варды, возьми. Я купил тебе. Тебе. Ну, парень. Возьми. Все, хорош. Умничка. Два дефолта. Так это и есть. Гоу, поищем кого-нибудь, погангаем. Вообще, Войда бы убить. Было бы хорошо. Было бы хорошо, очень. Дай. Вот и... Так, кто на руне будет? Пуджи. Главное первый кинуть успеть. Главное первый успеть купить. Купить, кинуть. Брино. Что у нас, ребята? У нас, кроме меня, все фидят. Это плохо. Я с ними разминулся, с пацанами. Жестко. Вот так вот. Сделаем. Назла иллюзия вперед. Пробуем. На живца. Вард себе надо поставить. Тяжкая катка будет. Хорош. Хорош.
Не сбил, да, Дазу? Криса. Так, вардик есть уже. Хорошо. Так, 1200 имеем. Лучше там Солринг, ПТшка жирный. Хорошо. Инвокер. Миндас, поинт бустер. Дефолтный инвокер. Тупо дефолтный. Надо вард сюда поставить. Хорошо, вот так делаем. Парни, фиссур. Хорош. Хорош. Собрали. Отлично. Там Шойд еще дерется. Что-то я так газанул, на самом деле, побоялся умирать. Хорош. Зажал, скорее всего. Хорош. Мужчины. Резольт сделаем, если сейчас так все пойдет. Резольт сразу. Парни. Опа, вард. Паром. Хорош. Посма. Так, на топе до фарм. Лина ушла, жалко. Потная игра, так, ребятки. Пока сассируем, но комбут с ними, я думаю. Потная игра, ребят, потная. Так, 2400. Резольт. Ребята, если бы меня не подсейвили, я бы похороночку. Мне там санстрайка, мне кажется, хватило бы. Там санстрайка хватило бы. Сейчас на базу пойдем. Хотя можно, в принципе, дезольда ковырять. Тут копеечки остались. Копеечки. Да, кстати, неплохо с руки рубит. Прям вот я это подмечаю, просто вторую каточку. Подряд прям. Очень хорошо идет все. Хорош. По лесу пройдемся еще. Хорош, 1500. Так, грейд докачали. Отлично. 1600 есть, все. Ну, 300 золота и на ТП-шку наколотить. Ну, нулик продам. И плохо нулик продавать будет тем, что... Плохо тем, что маны не будет, хп не будет. Мана на Дазле, кстати, имеется. У него интеллекта много, у Дазла, и регенчик хороший, в принципе, пассивный. Хорошо, 200. Сейчас соточка нужна. И до герочек next там, для полного пенетрейшена. Отлично. Все, гитбэкаем. Есть дезоль. Пойдет, в принципе, 18-я минута. Все, и ТП-шку. Сейчас вниз приду. Тасты мне так ни разу не пригодились под этого инвокера. Не подставляется, фармит просто и все. Вот так делаем. Драка началась. Хорош, я иду. Иду, ребятки. Пробафаю сейчас всех сразу. Давай, давай. Жесть там дамага. Хорош. Ой, да ладно, я сейчас залагал. Но интернет! Ой-ой-ой, ну что такое? Прикиньте, интернет какая парафинистая говнина. Ай, так хотелось что-то вот, ну блин. Вот за всю боль просто. Хотелось просто пойти наказать. Интернет не дает. Прям залагал вовремя. О, ребята. Это жесть. Это должны вы просто прочувствовать это, эту боль. Это просто боль. Это, ну, по-иному это не назвать. Это боль. Самая натуральная. Самая натуральная боль. Давайте тэпу и на топ. Жесть. Прям в такой момент, когда просто нужно нажать фейзы и пойти дать одну тычку. Интернет. Тайгет на шаг впереди. Какой же конченый интернет у меня. Я их ненавижу.
Была бы возможность на что-то другое пересесть, я бы пересел. Так, ну дагерочек надо, ребят, дагерочек. Вот он мой дагерочек, в принципе. Блин, я там килл любого на самом деле. Надо инвокера искать. Обоссать его. Пока у него гони монету и форжитов. С форжитами под скот снапом будет очень плохо. Стики, стики, стики. Блин, стики не хочется продавать. ТП-шку тоже надо ставить. Пошло дело. Пошло дело. Так, 16 левел, это очень хорошо. Кратность увеличивается. Отлично, D200. Есть! Погнали, дагерочек. И овнач, let's go. Давайте все-таки этот не вард продадим. ТПшечку, ребят, все-таки. Все-таки надо хотя бы так как-то. Потому что тики нужны. Это хп мои. Это мои хп. Не дагер, да? Я прыгну, да, он первый. Не прыгну. Не прыгну, получается, да? Так, и новокер. Там пуш хукает, вард стоит, да? Пуш хукает. Вард стоит. Хорош, вообще можно забрать, пойти. Зажались, пацаны, просто. Просто зажались. Шойд. Очень аккуратно стали играть. О, Потма. Потма, пацаны, не видите, что ли? Три тычки с дезолем просто. И ник там убегает, надо помочь. И шокер еще. Говармор снимем. О, там еще и шойд. Хочу, чтобы шойд прыгнул, и я купол откайтил. Быстро ломать будем. Хорошо. Отлично. Го на топ. Фармимся, что делать? Если ребята зажались, описились, надо фармиться. У них лейт гейм. У нас тоже лейт, можно сказать. Ну, лейт у нас не лучше, но тиник у нас есть. Можно не бояться. Тиник у нас есть, можно не бояться. Да и я, в принципе, есть у нас. Что некстом сделаем? Давайте сделаем Тараску, наверное, тупо. Так хотел Скади в прошлой катке сделать, но Скади с дизолем работать не будет. Скади с дизолем работать не будет. Ребят, пошли драться, да? Ну, Тиник дерется там. Тиник дерется. Или кто-то. Ну, кто умер, непонятно. Кто там умер. Тиник в Монаруне вроде. Так, 2К есть. Хорошо. Блин, с дезолем прикольно. Звук, мне нравится звук такой, знаете, олдовский, тот самый звук. Когда я помню, Траксе собирал. Траксе собирал дезоль. Самые юности. Когда только начинал играть. Я не знаю, Войда убивать такое интересное занятие. Может, на разворот чепалаху дать. Они все вместе сейчас ходят. Так, если соло кого-то выцеплять, он шойд пошел фармить, но шойда я не вытащу. Шойд, шойд, шойд. Я его не потащу. Не потащу его. Башер можно сделать. Давайте башер сделаем. Башер сделаем, знаете, для чего? С башером сам кайф, что в абиссал можно выйти. У
Что такое по газам? Что, у него БМ, да? Не застань его слишком. Слишком долго ждать. Там в начале ТПшки, если закинуть. Оп. Давайте убегаем. Вот тут опс стоит. Опс тут. Опс тут. Вот Т2. 2900. Не знаю на самом деле, что купить. Давайте возьмем Тарас просто дефолтный. Мессершмитт. Берем. Мессерч. У меня 600 хп еще есть. 600 хп есть. Хорош. Вот я грязь делаю, да? Я грязь, просто грязевые ванны для ребят делаю. Просто грязевые ванны. Так, ну почти Тараска. Тараска сейчас будет, это хорошо будет. Тараска, это хорошо. Войт там, если честно, замешкался что-то. Не стал он нажимать быстро. Почему-то. Ломаем. Руку ГГ, да? ББ. Хорошо, есть Тарас. Лайт. Не-не-не, я уйду. Лучше я уйду, потому что у меня стрик. Стрик вообще нельзя отдавать. Камбузка будет жесткий от них. Пол Тараски есть. Ну как пол, даже больше половины. И потом что-то в скорость атаки будем делать. Ну Кирасу, наверное, дефолтную. Кирасу дефолтную, ребят. Можно курочку уже в магазик отправлять потихой. Раска есть уже. И мана, в принципе, не кончается. Драки идут, кидаешь вейвы. Манорегена хватает. У него очень сильный прирост. Инты у Дазла, и это кайф. Очень хороший. Хороший прирост. Так, 1000. Там копеечки остаются. Оп, хорош. Че, ребята под фит пошли, да? А, раз синхрон пошел, ребята все под фит пошли. Надо, надо, надо. Сейчас быкануть. Оп. Хорош, 1500 хп, нормально. Уф, как задушили. Не, ну если войд вылетает, неинтересно. Неинтересно, если войд вылетает, ребят. Потому что у них там лейт, там на войда расчет хороший у них. Но инвокер еще мета. Ну и 4 героя неудобно будет. Некрасиво. О, реконнектит, найс. Вот так сделаем. Сейчас варды. Сейчас варды прилетят. Так, Тараска есть, можно поесть. Можно армлет уже не выключать с Тараской. Так я дастами этими не воспользовался. Но они еще пригодятся. Так вот сделаем. Нету ничего, видно, да? Хорошо. Гурош. Я в инвокера буду просто прыгать и убивать его. Хорошо.
Долго мы так будем бить, конечно, но... Но тем не менее. Заберем. Да-да-да-да-да, инвокер. Да. Рассказывай. Сказочки на ночь детям. Софтер юный на инвокере. Сейчас клепать будет. Больше идет. Хорошо. Инвокера кнопку. Застанься. Готов, инвокер. Опа, готов. Как я их? Как я их на керри дазли-то? Душу. Как на керри дазли-то душится? Керри дазл. Где? Вот этот вот, браконьер. Вон он на топе. С армлетом. Хорошо. Ну нормально, видели инвокера? Прям три тычки с дезолем, плюс еще минус армор я бафнул. И... Блин, этот стан вообще в тему. Poison touch. 27 секунд, вокер. Гоу, ребят. Гоу, гоу, гоу. Кирасу сделаю. Кирасу, ласт артефакт. Хорош. Душа. Эх, если бы я раньше хильнул, но отстаны. Отстан Алины, надо было увернуться. О, смотри, что делает браконьер. Еще я ору до кучи. Я хилюсь, я живу. Еще и торнадо до кучи, ладно. Эх, вот это плохо. Плохо, стенку не ставь только. Ой, да ладно. Ай, два раза армлет сделал. Ой-ой-ой. Жалко, руфа не было. Не знаю, меня просто законтрили за эти станы и все. Это плохо, сейчас артефакты у них появятся. Не знаю, почему руф с нами не пошел. Он в таверну улетел, что ли, в той драке? Я не заметил, если честно, не смотрел. Я смотрел за тем, кого атаковать. Два раза армлет нажал, крест отдал я Тинику. Зря, по-моему, я ему отдал. Ладно, не суть. Не суть. Ну, тяжело сейчас будет. Я стрик отдал, сейчас там по 2000 золота каждому. Мы не спушили даже еще. Мы могли вообще спушить, а не файтиться. Пуч напал. А дальше меня просто в стане держали, ребята задайвили, все, типа, ну тут проблема в том, что ребятам нужно было просто откайтиться и все, а не файтиться, и все, тупо, аккуратненько. Ладно, в любом случае, моя ошибка тоже есть, у меня была Егис, я там загульнул на Войда, Войда не забрал. Если бы Войда забрал, совсем по-другому все было бы, так что вот так. Так, ладно, ТП-шку на мид сейчас будем делать, ребятки. Армлет продадим, сделаем Абиссал. Абиссал. Хорошо. Гиперстоун летит. Монета. Опа, ЕСа кушают. Гоу. ЕС, брат, как ты так сфидил-то, друг? Там остается Потма. Блин, Потму я не забираю, у нее эскейп. Забираю. Не знаю, вместе надо. Пятером надо. Надо в пятером, сейчас опасно очень. Жалко, что дезоль на иллюзиях не работает. А так иллюзии совсем не дамажит. Полки раз и есть, да? Хорошо. А что ж с Войдом-то, ребят? Если Войд вылетает, вообще интереса не будет. Катка потненькая. Плотная. У нас, ребята, 1-7, 1-7, 1-7. Жесть. Ждем ЕСа. И гоу. Жесткие у меня артефакты. 2800 хп. Жесть.
Там еще Moonlight могут под Moonlight'ом идти. Под Moonlight'ом могут пацаны напасть. Я ничем не сделаю, к сожалению. Да, никого на карте нету, опасно. А, вон они. Так, Войда наказали. Ну, скорее всего, умрет Вейл, да? Да, умер. Брат, на Тинике, помогай, помогай. И ну, помоги! О боже. Жесть, но Тини заруинил меня. Почему ты не сбил ему? Я бы дрался. Жесть. Ясненько. Но начинается, ну вот эта дрочка. Дрочка начинается. ЕС опять умер, да? Все, нам нужно тупо строго в пятером. Они сейчас мету. Инвокер сейчас на мете будет 522 бегать, убивать. Это, конечно, уже начинается самая веселая игра. Гем потом. Гем потом. Все, начинается жесткая катка, ребят. Инвокер выходит в лейт. Этот не кинул големов. Не успел он там. На торнадо покрутился, сдох. Сейчас инвокер начнет на ветрах постоянно катать. О, опсы. Я куплю. Вейл поставь. Так вот сделаем. У меня кераса почти есть, да, по идее? Кераса почти есть. Вот так вот. Но тема интереснее. Игра. Лейт выходить будем. Тема интереснее игра. Тема интереснее. Так, гоу сюда. Ферстоун. Надо керасу доделать. Собираться в пятером и драться. От Некста Егис не отдать бы еще. Было бы очень хорошо. Некста Егис не отдать бы еще. Б. Опасно стоишь. Я там, если минус армор бафну, если они подставятся, я очень быстро их убью. Ну, одного точно срежу. Кто там ты пышется так нагло? Ля, спасибо за подписку, называется это так. Вот мы гем. Мне главное, под купол не встать. Под купол встану, типа это вообще GG будет. Оп. Крест четкий. Хорош. Ну это минус. Смелый. Это смелый минус. Руты хорошие. Ва! Руж. Так, кераса есть. Кераса. Стоп. Что еще надо для керасы? Так, это есть, это есть. Вот чейн. Отлично. Чейнмейл. Хорош. Есть. Армлет сейчас по майку скинем, ребят. Возьмем Аегис. Правда, так спиту пойдет. Го-го-го. Мид. Мид, парни. Ля, я там крипа вбил, у нас там минус 5. Я сижу, не о том думаю. Моя ошибка. Го-го-го-го-го-го. Хоть иллюзиями. Сколько? 7 секунд, 2 секунды, да? 4. Блин, Void. Я не успею. Успею. О, это опасно очень. Я умер, скорее всего. Это бэк. Войд живой. Ката заберет. Ката заберет.
Ката заберет в темпе. Опасно, правда, уже времени нету совсем, но плюс-минусом. Их 4 будет в драке. 4 будет в драке. Быстро под кирасы заберем, в принципе. Я беру. Хорошо. Замедление. Хорошо. Вормлет сюда. Будто и сейчас инвокер прыгнет, да? Хорош. Давай, инвокер от души, ес, брат Фисурко. Хорош, мужчина. Ишкере ЗБ. Вот этому стан даю. Вот так душу. Душу с руки Войда. Даю вот этой курочке. Хорош. Его в таверну, его. Окружай. Хильну в пол лица. На! Домой, дорогой. Жестко. Просто жестко. Молодцы, ребята. Молодцы, ребятки. GG. Я аж думал, блин, Абиссал еще до кучи дособирать придется. В любом случае, он у меня, в принципе, почти есть. GG. Отлично. Молодцы. Хорошая игра. Прям такая качели. Люблю такие игры. Отлично. Люблю такие игры. Прям по кайфу. Я знаю тебя. Худж хукай, брат. Я знаю, ты попадешь. GG, ребят. Очень хорошая катка у нас получилась. Очень хорошо, но ЕСа подхукать должен. Не, меня. Понимаю. Надеюсь, эта катка вам понравится. В целом, вроде вышло неплохо. Напишите в комментариях. Вроде интересная игра и... Прикол в том, что такие качели начались, нам уже страшно было проиграть. Но одна драка, и мы просто задышили. Опа, я живой. А я не живой, нет. Ах, остановился. В общем, ребят, вот такая катка дополнением вышла. Ну, я думаю, более тут незачем уже еще что-то подснимать. Считаю, что катка хорошая. Прям, ну, такая интересненькая. У нас, блин, там КДА, вспомните всей команды. 0-3, там 0-3. Нормально в целом, и мувы красивые были, интересно. Файты такое вот. Ну, не знаю, напишите свое мнение в комментариях. Может, ну, на стриме, если что, еще подыграю. Наверное, дополнение уже выпускать не буду на Дазла. Вроде хватает. Ну, а на этом все, друзья. Спасибо всем, кто посмотрел это дополнение. От души, надеюсь, катка понравилась. Напишите свое мнение в комментариях, опять-таки напоминаю. Ну и все. Давайте, ребятки, с вами был Ксенос. И до скорого.